Ну, тобто люди купляють там. Тобто вони тут не купляють, тому що там дешевше. Люди заказують там, в тому числі, ну, повірте мені. Опять-таки, не все же заказывают, о каком сегменте населения мы говорим. Да? И сколько у нас людей живет на зарплату 10 тысяч рублей, ну да, 10 тысяч рублей, там ниже. Они не заказывают там, поверь мне, они ходят по Троещинскому рынку, эти люди. А я знаю, что эти транспорты замышляют, потому что там дешевле. Я просто к тому, что это время сейчас, давайте ставить друг другу задачи. Давайте маркетировать сегодня, ну, что говоря, маркетировать сегодня промышленность. На сегодняшний день, ну что, я просто вчера... Вынуждена была, мне было три костюма надо, маскарадные, и вынуждена была ходить по магазинам, ну, сори. Так я хочу сказать, никто ничего не покупает, ну, вот из шматья и этого говна, потому что они, ну, понятно, завозили по какой-то цене, и сегодня это уже не сопоставимо. Самое время отечественный легпром, извините, буду говорить орденом Советского Союза, такое уже у нас когда-то было. Я вижу, что у нас есть несколько реальных проблем, есть уявление. Ну, как ни странно, уявление — это то, что больше надо объяснять требу. Ну, очень много уявных проблем, да? Мне кажется, главные вопросы, это первое. Реалистичнее, долгосрочные, ну, среднесрочные проблемы, реалистичнее. Мы хотим, мы должны прийти, поэтому мы хотим делать. Ну, то есть, условно говоря, приватизация. Мы не верим, хорошо. Пока мы говорим о нужном декларации, это одна история. Мы, например, опускаемся в уровень реальных активов, которые могут быть проданы. Мы понимаем, что там, все на самом деле там, осенью, возможно, мы получим, там, да, может быть, ну, до лета мы даже все равно. Мы все равно это на карте где-то лучше. Концепция, да, то же самое. Концепция, то же самое. У нас есть проявление на некий реалистичный продукт. Оптимистичный плюс 4. Это то, что мы должны представить людям. Смотрите, на наш взгляд, в следующие там, 3 года ситуация перевернется в следующий момент. То есть там год более-менее детально, вот факторы, фазы. Вот, как бы, там, чему это приведет. Исходя из этого прогноза, нам надо слабый сделать. Кто проведет? Кто проигрывает? Какие инструменты нужны? Да, это компенсатор. Да, все. Вот это главный вопрос. Как мы спасаем миллиард? Вот этих мы не спасаем вообще. Вот шахты государственные мы не спасаем вообще, потому что там 20 миллиардов и забыли. Да. А тут мы, вот этих мы спасаем. Спасаем миллиард. Почему спасаем? Потому что мы верим в то, что у них есть на 2 года перемодернизироваться, но при этом мы говорим или продавать их или спасаемся, там, ровно плавать, на блинах, может быть. Сейчас еще будет выдавать мальчики банка. Серьезно? Ну, потому что папа сейчас уже подъедет. Да. Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально, и, условно говоря, у нас такая ситуация, когда люди начинают заводить ресурсы для того, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться. Но окей, пускай это будет там 20, там, Ну давайте тогда искать, а задачи какие-то искали, ну условно там. Если наша задача, кроме того, что сельское хозяйство точно так же производило, нам надо сюда привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну короче, понятно. Я уже и вижу. На самом деле, когда были последний раз, мы все эти факторы назвали. И газы, и сведению хорошо, и зарплаты. Мы называли это, знаете, ну так. И вот это еще есть. Да, а сейчас надо систематизировать. Президенту доклад, смотрите, по бизнес-классу. Вот это произошло с вот этим, вот это произошло с политикой. Вот это вот, ему рассказать истории. У него в голове, когда появится ясная картинка, тогда брать больше. Алексей, ну, я думаю, что так. В принципе, легитимные вопросы по поводу бюджета и по поводу тех секторов страдают от революции, которые, да, естественно, нужно пытаться на покупку. Давайте сядем, посмотрим, окей, какой у нас в бюджете разрыв, как, что идут или какие проблемы. Это первое. То же самое, как мы говорили по поводу металлургов и все прочее. Да? Структурные проблемы одной индустрии не решаются полностью. Давайте думать, чем они решаются. Это второй вопрос. В то же время картинку, которую надо показать, что она есть негативная. И мы знаем, что с ней делать негативные стороны, а есть позитивные стороны. Вы знаете, какой прикольный 23.6 будет Public Debt Integration? 49.4. Да. То есть меньше 50%. Те вещи, опять же, то есть нас долго спрашивали, почему цены не падают при революции курса. Вот движение инфляции уже здесь. Вот она.
но кто-то может нам рассказывать, что оно не там, но оно там. На самом деле мы даже по нашему скрепингу переоценили. По нашему скрепингу даже чуть больше пока выглядит, чем это. Но снижение оно там, оно есть. По поводу следующего года действительно вот показывают, где наши проблемные точки и как мы можем эти проблемы с тем же бюджетом решить. В то же время показать, что на самом деле для страны падение это уже долго к ВВП и так далее. Это и большой инвестиционный потенциал на самом деле. Но я вам хочу сказать один немаловажный фактор, который в том числе повлиял на продажу сейчас и на фонд. Если мы там отложим в сторону рынков спекулянтов, то давайте внимательно все-таки посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры все предыдущие, и это, наверное, больший фактор. Они придерживали валюту за рубежом. Они все ждали, что рубль будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляция населения. Они держали. Сергей, у нас на прошлые, за прошлые две недели нарезано, что зашло всего 250 миллионов. Все остальное в войну писали прекрасные экспортеры. Так я тебе о чем говорю? Потому что они сидели и ждали, что рынок будет падать, и они занимают свою выручку, и на этом заработают еще некий спекулятивный... Топ-10 продавцов валюты – это экспортеры. Страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше, чем сберегает. А для страны эта разница – это и есть торговый баланс, ну или текущий счет, да, и это нормально. Вопрос в том, что нужно смотреть, что составляет ваш дефицит торгового баланса. У нас дефицит торгового баланса составляет достаточно сильный рост инвестиционного импорта, который идет такими же темпами, как рост консамшн. Ну вот. То есть у нас получается в масштабах экономики, в процентах ВВП, на самом деле торговый дефицит падает в этом году. Дефицит текущего счета падает в этом году. Поэтому говорить про то, что он расширяется, нельзя. А почему он отрицательный? А потому что страна растет и догоняет. То есть мы кэтчап экономим. Ну вот. Итак, всегда происходит. Опять же, это уже для макроэкономистов так сказать, да, но цифра 3% ВВП для страны, которая догоняет, не является вообще 3% ВВП карантам, не является вообще невидимым негативным фактором. Теперь мы говорим, да, если это все сохраняется, то мы будем, условно говоря, там ходить где-то к 23-20, и где-то вот там вот мы будем находиться, да, там через год, через два, через три. Окей. Давайте теперь, что это дает экономике конкретно? Какие планы Минфинэкономии? Ну, вопрос номер один. Потому что я понимаю, что будет происходить, исходя из того, что мы сейчас видим по запросам, мы плюс-минус понимаем, что будет происходить в армии. Самое время переходить от экспорта зерна на экспорт какой-то переработанной продукции, чтобы повышать, условно говоря, ее стоимость и добавленную. Да? То есть это значит, можно строить какие-то ремонты, правда, да? Строить какие-то перерабатывающие заводы, я не знаю, начинать вермишель продавать итальянскую по всему миру и так далее и тому подобное. Смотри, я перевожу с человеческого языка на еще более сложный, с экспертного языка на человеческий. И можно сказать, ну, смотри, вот, то, что сейчас курс меньше, значит, что олье в следующем году, на следующем новогоднем столе, не будет дороже, чем это. Да. Щиро ваш премьер-министр.